Google временно вне закона. Сегодня поисковик оказался недоступен для некоторых российских пользователей. Роскомнадзор внес его в число запрещенных в нашей стране сайтов. Причем на основании запроса Федеральной налоговой службы еще летом прошлого года. Некоторые операторы поспешили заблокировать страницу. Компания оперативно разобралась с проблемой. На данный момент ее адрес из реестра удален, как заявили в Роскомнадзоре после выполнения требований ведомства. Но пока технические проблемы местами остаются. У ФНС есть правило есть право требовать блокировки сайтов в досудебном порядке. Изначально речь шла о сетевых ресурсах, нарушающих законодательство в области азартных игр и лотерей. Но затем под это положение стали попадать сайты с запрещенной экстремистской информацией.